Книга – это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели до глубокой старости. Оказавшаяся в наших руках книга способна дать нам очень многое, но при условии, что и мы отдадим ей часть своего внимания и времени. Отрадно, что, несмотря на век компьютеризации, поклонников чтения меньше не становится, и читатели ждут с нетерпением новых творческих работ от известных и не очень поэтов и писателей. Сегодня в Центре традиционной культуры народов России муниципального образования Хасавюртовский район прошла презентация книг Камиля Алиева. Сегодня в Центре традиционной культуры народов России мы видим у вас новые поступления. Каких авторов, какие поступления и кто сегодня здесь собрался? На самом деле у нас сегодня поступление новой литературы. Это для нас всегда очень волнительное событие, потому что мы с нетерпением всегда ждем что-то новое, что-то интересное и большим интересом также обсуждаем. Сегодня у нас поступление новой литературы. И что, какие интересные факты, что за литература, о чем эти произведения, о чем эти книги, нам сегодня расскажут работники нашего отдела комплектования, которые непосредственно занимаются обработкой этой литературы. В течение кратчайшего времени эта литература будет обработана и передана всем сельским филиалам, которые находятся в Хасавюртовском районе. Книга – это не просто бумага. Она имеет силу, которую постичь может не каждый. Знания, которые нам дают книги – величайший дар человечества. Без них мы не смогли бы существовать, думать и совершать адекватные действия. Книга Камиля Алиева, дагестанского писателя, «Кумык из древнейших времен до наших дней». Книги известного ученого в хронологическом порядке представлены важнейшие события истории кумыков, их предков, начиная с древнейших времен до наших дней. В нее вошли вводные статьи, кумыкский этнос и этнос истории. Кумыки, история и современность, которые помогут читателю ориентироваться в калейдоскопе событий, сопряженных с ними сложнейших процессов этногенеза и этнической истории кумыков. Для особо любознательных и пытливых читателей в книгу включена кумыкская библиография, представлены многочисленные иллюстрации. Она адресована широкому кругу читателей, интересующихся кумыкской историей. Эта книга о истории кумыков со 2 по 16 век, этногенез и этнополитическая история. Книга является комплексным изложением основных этапов этногенеза и этнополитической истории кумыкского народа в период со 2 по 16 век. Исследование расширяет и дополняет многие ранее опубликованные статьи и работы автора, а также дает новые оригинальные трактовки различных аспектов этногенетики и этнической истории кумыков. Книга рассчитана как на специалистов, так и на всех, кто интересуется прошлым наших предков. Работники отдела комплектования сделали краткий обзор этих книг. «Истории кумыков», «Кумыки», «Войны кумыки». Помимо этой литературы, еще и к нам поступила литература на экологическую тему, художественная литература, сказки для детей, разнообразная литература. В основном, это, которые они сделали обзор, это одни из последних изданий и последних книг, которые на днях, буквально вчера мы получили. Эта литература представлена на рассмотрение всех сельских библиотекарей. На днях они получат эту литературу и на местах уже у себя будут проводить презентации книги и будут пропагандировать среди читателей. Читатели могут ознакомиться и прочитать эти новые книги. Чтение книги – это таинство. Читающий погружается в свой неповторимый индивидуальный мир, соединяясь внутри своего сознания с более тонкими ментальными мирами всего человечества. Это потрясающее явление. Любите книгу и приятного вам чтения!